Весенний призыв в самом разгаре. О том, как проходит призывная комиссия в Ивановской области, журналистам сообщили на пресс-конференции. В планах военкомата весной отправить на службу 2000 призывников. Как и в осенний призыв, когда мы с вами здесь встречались, мы можем повторить о том, что наши ребята будут служить в войсках Западного военного округа, то есть это близлежащие области, никакие другие отдаленные регионы направляться они не будут. На сегодняшний день войска уже отправились около 100 человек. 700 призывников получили отсрочку от военной службы. 510 по различным причинам освобождены от нее. Кстати, уклонистов от армии становится все меньше. За последние годы с 1000 этот показатель снизился до 50. В полтора раза уменьшилось количество освободившихся от службы по психическому состоянию здоровья. Во-первых, люди понимают, что, получив статью по психиатрическому заболеванию, освобождение от призыва, в дальнейшем возникают проблемы с трудоустройством. У меня, ну, не каждый день, но уж 2-3 раза в месяц приходят люди, просят снять статью, чтобы устроиться куда-то на работу. Это первое. И второе, то, что вы все знаете, в психиатрической больнице Богородской была проведена определенная работа правоохранительными органами. Вот, и, видимо, и с этим тоже связано. Бегать от армии в последние годы для призывников стало невыгодно, считает военный комиссар Ивановской области. В войсках для бойцов созданы все условия. Комфортнее только в санатории. Да и на дальнейшую карьеру откос от службы повлияет негативно. Не говоря уж о том, что двое уклонистов по итогам осеннего призыва уже привлечены к уголовной ответственности. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.